Здравствуйте, друзья! Сейчас мы решили снять серию небольших видеороликов, рассказывающих о подъездном пути к нашему залу и, возможно, нашей будущей вертолетно-модельной RC-шной поляне. Сейчас мы находимся на углу Северного проезда и проспекта и Красного проспекта. Вот это место. Там у нас площадь Калинина, в той стороне. С северной мы выезжаем на Красный проспект. Роликов будет несколько. Они дадут возможность прекрасно ориентироваться тем, кто хочет к нам приехать. Только что мы проехали магазин метро, он остался слева сзади. И сейчас будем выезжать на Красный проспект в сторону городского аэропорта. Уже закрытого, который раньше назывался аэропорт Северный. Ждем разрешающего сигнала светофора нижнего зеленого и едем. Вот это наша горка. Прямо будет городской аэропорт. Лево. Мы находимся в конце Красного проспекта. Поворачиваем налево. И едем. Запомните это место, это строящийся центр Peugeot. Подъезжаем к перекрестку с улицей Нарымская. Это же Нарымская, да? А, Жуковского. Вот это была улица Жуковского. Отсюда можно приехать от цирка. Сюда, если вы будете ехать, попадете по этой дороге, если будете ехать со стороны цирка. Впереди у нас табло. Прижимайся ты к нему. Еще один знаковый ориентир на нашем пути. Пост ГАИ, строящийся храм. Здесь мы поворачиваем направо. Туда налево, Комовские дачи. Мы едем направо.